от палаты отделения патологии до родильного блока. В Одинцовском роддоме распахнуты все двери, а специалисты готовы ответить на все вопросы будущих родителей. Вопросы, которые интересовали женщин, это можно ли с собой брать партнера на роды? Да, у нас разрешены партнерские роды. Также спрашивали, что же можно из вещей с собой взять на роды для себя и для малыша. Мы на все вопросы постарались ответить. Экскурсия по роддому помогла все увидеть своими глазами, познакомиться с врачами. Анна заранее выбрала место, где будет рожать. Она уверена, что ее малыш появится на свет в безопасности и комфорте. Безусловно, каждая беременная имеет большой запас тревожных мыслей и тревоги. И когда уже срок беременности подходит к финалу, возникает много вопросов. Соответственно, лучше их разрешить в роддоме. День открытых дверей в Одинцовском роддоме проводят регулярно, каждую среду. Кроме того, посетить его отделение мамы и папы смогут в четверг в 12 часов. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».